В музее древлехранилища Свято-Троицкой Александра Невской лавры Санкт-Петербурга до 10 октября будет работать выставка, посвященная 30-летию возвращения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Выставка основана на материалах из фотоархива Музея древлехранилища Александра Невской лавры с использованием документов из архива Санкт-Петербургской епархии, Государственного музея истории и религии и личного архива архимандрита Нектария Головкина. Выставка проходит по средам, пятницам и воскресеньям с 12:00 до 17:00 в музейно-библиотечном корпусе на третьем этаже.